Всем привет! Для создания такого ролика мне понадобился всего лишь один кадр. С телефоном на штативе я снимаю, как моя рука берет крем и исчезает из кадра. После чего я удаляю все предметы с кадра, и у меня остается пустой фон. Погнали! Чтобы создать такое видео, нам необходимо открыть приложение VideoLip. Нажимаем на новый проект, нажимаем на плюсик. И выбираем наш файл. Добавляем в проект. И у нас получается вот такая вот рабочая дорожка, которую мы поделим чуть позже на три части. Единственное, что я хотела вам сказать, это будьте осторожны, когда вы берете рукой крем. Вот смотрите, я очень осторожно его беру и не выхожу за рамки компьютера. Начинаем разделять нашу рабочую дорожку. Вы следите за вот этим вот кружочком, чтобы вам было более понятно. Значит так, ищем тот момент, когда моя рука выходит из кадра, нажимаем пальчиком на нашу рабочую дорожку, после чего, чтобы разделить наш файл, мы нажимаем вот на этот вот знак пальчиком. Итак, теперь ждем тот момент, когда моя рука полностью выходит опять из кадра и удаляет все вот эти вот предметы, на которых стоял крем, вот. Тут она исчезла. Опять нажимаем на рабочую дорожку пальчиком. И после чего нажимаем на разделить, на вот этот вот знак. Теперь нам нужно удалить вот этот вот ненужный нам файл. Вот здесь. Нажимаем пальчиком. И чтобы удалить этот файл, ищем удалить. Вот он, удалить. И удаляем. Таким образом, у нас остались наши два файла, над которыми мы сейчас будем работать. Итак, нажимаем на наш второй файл, вот на этот вот файл, там, где у нас пустой фон, после чего нажимаем на микшер, вот сюда, нажимаем, таким образом наш файл перенесся наверх, после чего нажимаем вот на эту точку и перетаскиваем пальчиком на самое начало. Далее. Нажимаем на наш верхний файл, вот так, после чего нажимаем на маску, вот у нас здесь маска, и выбираем линейная маска. Двумя пальчиками нажимаем на нашу маску и разворачиваем ее. Таким образом у нас на нашем видео остается только крем. Вот так. Получившийся наш файл, нам необходимо теперь его экспортировать. Нажимаем на экспорт и выбираем 1080 на 30 кадров. И нажимаем на сохранить. Теперь нам надо опять открыть наше приложение VideoLip. Новый проект. Нажимаем на плюсик и добавляем наш последний файл, который мы с вами создали. Секундочку, вот этот вот, и наш первый, самый-самый первый файл, который длился 12 секунд, и добавляем их в проект. В данный момент у нас есть два файла, над которыми мы сейчас будем работать. Первый файл — это тот, который мы с вами создали, и второй — это наш оригинальный, самый первый файл. В данный момент нам нужно разделить второй кадр. Что нам для этого надо? Опять нажимаем на нашу рабочую дорожку второго файла и находим тот момент, когда мы уже убрали полностью все из кадра, нажимаем на разделить, выбираем этот средний кадр, там, где у нас происходят все действия, мы его выбираем, нажимаем пальчиком и удаляем вот здесь. Таким образом у нас теперь получилось опять два кадра. Нажимаем на второй кадр, ищем, где у нас микшер, вот он, нажимаем на микшер, как и в предыдущий раз, нажимаем вот сюда и перетаскиваем наш файл на самое начало видео. Выбираем маску, вот она здесь маска. В этот раз мы не выбираем линейную, а именно зеркальную. Двумя пальчиками мы сужаем нашу маску, разворачиваем ее вот таким вот образом и попытаемся сузить ее таким образом, чтобы рамка нашего компьютера, вот он, чтобы она была полностью в середине этой маски. Проверяем. Еще чуть-чуть можно ее сузить.
Вот так вот. Это я делаю двумя пальчиками. Вот. Окей. В данный момент опять нажимаем на экспорт. Выбираем 1080 и 30. И нажимаем на сохранить. Сохранить.